В Алтайском крае растет количество банкротов среди физических лиц. Если к июлю 2017 года в этом статусе находились 270 человек, то к середине 2018 их число увеличилось до 408. Как отмечают специалисты, признать себя банкротами нередко желают предприниматели и те, кто оформил потребительский кредит. Нередко не один, а сразу несколько. Я думаю, что изначально, может быть, граждане вообще в принципе боялись слова «банкрот», да, понималось под ним, что банкрот – это что-то такое, как пятно на всю жизнь, возможно, да. А на сегодняшний день все равно люди уже оценивают, что я говорю, еще раз повторюсь, что это как реальная возможность, так сказать, дальше жить свободно, в плане того, чтобы все возможности уже предпринятые погасить те обязательства, которые у него были. Как правило, люди самостоятельно подают заявление на право быть признанными банкротом, но иногда это делают и надзорные органы, в частности, налоговая служба. С данной просьбой в отношении физических лиц за последние полгода ведомство обращалось 6 раз. Отметим, чтобы стать банкротом, нужно подтвердить финансовую несостоятельность, то есть доказать, что не имеешь источников дохода для оплаты долгов. Добавим также, что процедура банкротства не бесплатна. Расходы в среднем составляют от 1 до 10 тысяч рублей.